Через несколько дней в Клину откроется 5-й юбилейный международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского. Перед знаменательным событием в Москве прошла пресс-конференция с участием министра культуры Подмосковья Нармин Шаралиевой. Журналистам подробно рассказали об участниках, площадках и программе. На вопросы журналистов вместе с министром ответили сразу три народных артиста – Юрий Башмет, Игорь Бутман и Дмитрий Бертман. Обсудили программу, рассказали об участниках. Нармин Шаралиева отметила, фестиваль уже включен в Международную ассоциацию ИФА, а это несомненное признание его высокого уровня. Все англоязычные, и когда я говорила о фестивале, кто-то понимает, что речь о Чайковском, и сказали: «Клин фестивал, о, как здорово!» То есть они восприняли название «Клин» как «Клин фестивал», чистый фестиваль. И вот, мне кажется, тоже есть какой-то такой вот смысл, да, вот даже для европейского уха, он действительно очень чистый, потому что идея прозрачная и как чистый воздух, и вот Чайковский. Юрий Башмет пожелал Клину поскорее получить известность Зальцбурга. Зальцбург называется Моцарт. Вот я, собственно, мечтаю о том, чтобы Клин мгновенно ассоциировался с Чайковским. Не только достоин быть Моцартом, а он, понимаете, это то, что векат наша гордость. Это то, чем мы живем. Все спикеры отметили большое значение фестиваля для города и его дальнейшего развития. Грядущее строительство Дома музыки даст всему городскому округу новые возможности. Алена Сокольская, глава Клинского района, она является большим фанатом нашего общего этого дела. И она уже освободила участок земли, который находится прямо напротив усадьбы Чайковского. И таким образом, центр города, он как бы сдвинется вот сюда, в историческую зону, ближе к усадьбе. И, конечно, я надеюсь, что это даст развитие инфраструктуры города. Напомним, 5-й международный фестиваль искусств откроется 21 июня. В программе выступления известных музыкантов, актеров, танцовщиков. Завершится фестиваль 30 июня гала-концертом лауреатов международного конкурса имени Чайковского.